Вот нижний авторынок, видите? Друзья. Mazda Bianti. Тива? 2-литровый тоже мотор, 8-й год. 2-литровый дождь мотор, 8-й год. Гина? 8 тысяч. Пробег? 130 тысяч километров. 130 тысяч. И автомат кары, понимаете. Да. Руля перекидкая? Перекидка, да. Заводская рулевая рейка ставит. Ага. Ну, все идеально. Да. Повторители. Бесключевой доступ. Чибац, ума? Так, светлый салон, которая, да, тканевый салон, чистый 8 мест, 8 местная, да, вариатор, а? Че, эля класс, но не вариатор, чистый автомат, и экономичный. А объем двигателя какой, брат? 2 литровый, дочь. 2-литровый. 150 лошадиных. Дернерный электрокан, а? Обе электрические, да. Аккумулятора нету, поэтому не включается. Тива и Штива, 2002 года Mitsubishi Airtrek, 5400 цена. Грацастый те тумна. 2-литровый простой мотор. Да. Тоже 130 тысяч пробегом. Ага. Автомат Citroёn, все идеально. Да. У этой перекидки в Грузии сделали, это в Армении. Да, перекидка руля в Грузии сделана. Рейка руля какая здесь? От какой машины? RAV4, по-моему, заводской стоит. А здесь? Здесь заводской. Заводская рейка, да? Да, заводская рейка. По-моему, Mazda 3 подходит. Да, все. 2006 года Alphard, рестайлинг, да. Если новый на кару мает, читай, ну лишь. А, че? Тоже велюровый салон темного цвета. Да. Вакуум перенесен. Перекидки в Урде Арац. В Армении перекидка руля. Ирек литр, найс. А, ирек литр. И нынечка, на. Передний привод. Хашова демна. Полный привод. Полный привод, 3-литровый мотор, 10 500 долларов, рестайлинг, лизованная оптика. Противотуманники. Все. Эсканиса. 7000 Honda Elysion. 7-й год, Санч мотора, 2,4 литра, да, пробег 140 тысяч километров, пробег, аукционный лист, давайте глянем сейчас, 4 ЦБ оценка. Даже по кузову, видите, все отметки есть.
тоже велюровый салон. Без каниса, двери электрические. $7000. Там еще один X-Trail, бэшка B170. Вот этих мало бывает машин, Honda Fit и Jazz, сейчас их тоже снимем. И этот Honda Elysion. Honda Fit, друзья, с правым рулем здесь. Руль не перекинут. Тканевый салон. Вариаторная коробка. Цвет светло-серый металлик. Вот здесь еще одна площадка. Видите, сколько минивенов еще осталось. Honda Elysion. Альфарды. Honda Fit, друзья, от $4500 здесь стартуют на них цены. Правый руль здесь у нас. Как-то так. Nissan Quest от $10000-12000. ВАЗ-2107 от $1000 идут. Еще один Elysion Tuning Mugen, 2005 год. Не написано, сколько литров объем. Honda Elysion Prestige и Alphard. Ничего не сранс гнели, байлус, брат. 9,9 оба. Это 10000. Инч мотора. 3,5 мотор. Год какой? 8-й год. А этот 9000, да? 2,4. Год, 5-й год. Все, брат. Toyota Camry. Сранкинчка, да? Коночи. Камри 45, и здесь еще одна Камри 50. Нижгина. Цен не знаете, да? $13550 кузов Камри. Ништива. 14-й год, да. Если вы смотрите, совсем другое отличается от обычных. 50000 пробега на ней. Эсич комплектация, а? Воля джипа. Комбинированный салон, все комплектация. Зимняя резина. Шевроле Малибу, друзья. ЛТ. Тива Гина Кшаца. 16-й год. Да. Цена 12500. Угу. Пробег. 114. Майл? Да. Новая резина на ней, смотрите. Новые покрышки. Инч мотора. 1.5 турбо, я или? Турбированный двигатель, да.
тканью в салон. Винкот, да, Малибу, и Мишканер, 12500, да, пацтерера, пацтерерумни, багажник сзади, удар был сзади, да, на багажник, не удар, мятина, да, или что? Не, просто там это сверху. Сверху, да, ниже ничего нет. Царапины, да, были? Просто, да, менял что? Багажник еще. Фотки есть? Угу. Окей, брат, контакты. Малибу. Если хасарак комплектация, чего сенс? Ничина, средняя комплектация ЛТ. Да, Android монитор, все есть, да. Как на Вальце здесь точно этот монитор, втором поколении вальтов. Ключевые доступы сзади, спереди. Трехзонный климат-контроль. Все четыре покрышки новые, между прочим. Ահե, ինչ տերանց ախում, հա? Գինը ինչ կան, հա? 8500 տիկստերը, Նիսան. Նացինք. Իս ձեզ իշո ադնա մաշինը, սիմեյնի մինիվեն, Mazda MPV, զակրուտա. Срагина инчкана, 7500, серый металлик, тканевый салон. Два, семиместная тоже. Mazda MPV. Тоже мизованной оптикой. Двери электрические. Зенитеры чартовых. Аразнацов. Да. Места с атаманками для ног. Заводской босс, динамики, самбуфер. Да. Пробег какой мотор? 18000. 18000? 80000 пробег. Двигатель объем какой? 2,3 объем двигателя. Дохц мотор, да. От капота баци. Перекидка руля в Армении. Песи от Херов, Ванов, Сахар. Вакуум, макуум, все перенесено, да, рейки нича. Заводской, CX-J. CX-7. Заводская рулевая рейка. Тохц мотор, 16-клапанный, variable valve timing. Самый надежный мотор. Ну, сейчас газ стоит, это я поставил. Я сам принес эту машину. Да, здесь ГБ установлено. Или от газова. А, вот. На метане, да. Аккумулятор новый. Мощность какая, сколько? Хаур, йотанасун. Хаур, ватсун, ирекция уже. 163 лошадки. Вот здесь камера стоит, там камера. Передняя камера, боковая камера со стороны водителя и задняя камера.
газы стоят, и полси меча. А, вот газовый баллон. Инич канеш? Я тут есть. 7500. Ford Focus. Если каны сабалю здесь. Чканы дина. 6500. 6500 долларов. Аккуратненько, на 2008 год. Здесь, на? Там? 10800 цена. 2008 год. Infiniti, друзья, от 10-12 тысяч долларов идут. FX35. Новенький Honda Odyssey. Цены от 15 тысяч. Вот по акции продажа Renault 3200 долларов. Еще один Ford Fusion. Чкан агина, брат. Чкан? Тасырку? Тасмейку кейс? Тасырку кейс? Инч комплектация? Хасарак? Титаниум, чече? Средняя комплектация. Цена 13500. 2017 год, да. Кожаный салон. Пробег 88 тысяч километров. Вот номера телефонов. Да. А все, ты цепь только дочек полки. Да. Винник, да, смотри. И на стейлавче университетника. Хопац ты верю, не? Это видите хопац. Здесь тоже кодовый замок, да, сенсорный. Да. Удар был сзади, да? Вот винкод можете пробить, посмотреть. Это на Карелле, может. Все. Спасибо. Инч мотора. Турбо, 1,5-литровый турбомотор, кожзам, так, все, газмасочка, че? Все, сранцвара, на бензине, расходы инчка, на? На сотню. Именно 10 километров калаки меч. 9-10 километров в городском режиме на сотню. 9-10 литров бензина, то есть на сотню километров в городском режиме. Кесарфе, заводской авто. Канимотор, а? 98 года, друзья, E320-210 кузов, 98 год. Заводской авто. 5500, а? 5500 цена. Пробег какой? Кавлюка там. Че? Кавлюка пая. Ишкана кшат. Кшат с ним гарц. Вот номера телефонов, друзья. Можете звонить. 5500 долларов. Тканевый салон. Элеганс. Элеганс комплектация средняя, то есть. Так.
Пробега инчкана. Пробега ведь не знаю. Банали моточи. Банали моточи. Нет, не отсрана, интересно. 3-2, 220. Вот эти Мурано, дешевле бывают цены на них. Ничкан агина байлю здесь. 7700. Но не крайняя цена. 2009 год. Мурано. Если деми кашу, а дядь ты? Четырех, полный привод. Тканевый салон. Сейчас ничего, да, брат? А? Кшаца инчкана сра. Майл? 170 тысяч миль пробег. Чкана? Байлю здесь. Чкан? 9500. 2,4 литра. Давайте здесь тоже покажем. Рольна ТАСС. ТАСС. ТЕНС ДИТАГНА. ТАСС УКЕСЕЛЕС СЕРНА. Здесь тысяч белый, здесь 500 серый, оба рестайлинги с низованной оптикой. 2007 год. Трехлитровый мотор. Вот мне нравятся вот эти серые тона, не знаю почему. Очень приятный цвет. И здесь еще этот Toyota Voxy и Honda Step-Wagon. Есть Noah ничка, да? Toyota Noah. 7500. А это? Это 2007 год. Двухлитровый мотор, тоже полный привод, 4x4. 104 тысячи пробег километров. Цен нету. И ВЦ Лескани. Ford Mustang, 14 год, 16500 долларов цена, цвет мокрый асфальт, инч мотора, 3.6 объем двигателя, диски здесь классные, вот смотрите какие. Шац нинчканэй, 110 тысяч миль пробег, тканевый салон, вот винкод. Смотрите, приборки как на винтажных машинах, какие красивые, вот, в винтажном стиле, спидометр и тахометр. Класс, мне очень нравится.
низкопрофильная резина. Какой красивый, видите, вот этот значок, логотип. Фары, видите, с отражателями. Вот номера телефонов, кого интересует, звоните. Шевроле Нинчканер, 2011 год. Шевроле Камаро. Саньч гинеш? 13 тысяч. 3,7 мотор, да? Да, 3,6. 3,6. X6, 2012 год, 5-литровый движок. 25 тысяч долларов цена. X-Drive, полный привод. Куда, куда? Хани дзя уже? Инга литр, да, или? Класс. 408 лошадиных сил. Сорок три, 160 и 34. Цвет темно-синий. Али, 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 али. Лоби Тандер. Еще одна здесь. Японская, японец. Mercedes Viano, 98 тысяч пробег, 2004 год. Цены, друзья, на них начинаются от 10 тысяч долларов, от 8 тысяч долларов, смотря какое состояние. Кожаный салон, новые покрышки. Двери закрыты, салон не могу открыть, показать. Вот еще одна E39. Цены от 5000 долларов на них. Ребята, смотрите, какая красотка. Honda Prestige Elysion. Престиж V6. Красавица. И цвет авантюра. То, что под разными освещением меняет тона. Один из моих любимейших минивэнов. Смотрите, какой дизайн и архитектура салона. Какой интерьер. Шикарная вот эта центральная консоль. Просто пушка-бомба-ракета. Класс, классище. Вот мне они очень нравятся. Я бы, не знаю, удовольствие получаю, когда на них езжу. Шикарнейшие, удобнейшие машины. Ну, двигатель. Предпочитаю более мощный, друзья. Не 2,4, 3,5. Лучше, чтобы тяга и рывок более хороший был у нее. Тем более, когда пассажиры бывают, полный салон бывает. И на подъемах и так далее поднимаешься туда-сюда. Движок должен был быть мощным, чтобы хорошо тянул. Движок должен быть мощным. Чтоб не колебался.
2007 год, как раз 3.5 мотор, 142 тысячи километров пробег. Шикарнейшая машина. С удовольствием бы я на них поездил бы. Плюс здесь кожаный, черный кожаный салон, друзья. И шикарное состояние. Нету ни рваных, ни потрепанных мест, ни износов. Никаких косяков нету по салону. Хорошее состояние. Цвет авантюра.